10 способов как раз и навсегда навести порядок в холодильнике. Грязный и забитый по завалку холодильник легко превращается в рассадник бактерий и бесполезную вещь, которая плохо справляется со своей задачей, а именно сохранности свежести продуктов. Уборка холодильника – это не только вопрос эстетики и гигиены, а и экономии. Ведь из-за хаоса на полках можно попросту забыть о купленных продуктах. Сначала достань из холодильника все содержимое и выбрось то, что пришло в негодность. Затем вымой полки и ящики, высуши их и уж потом поставь все на место. Так как же расставить продукты в холодильнике, чтобы он стал предметом образцового порядка? А в этом вопросе мы попробуем помочь вам нашими советами. Совет номер один. Купив вместительные пластиковые контейнеры, ты обеспечишь порядок на полках. А еще в таких емкостях продукты дольше сохраняются свежими. Второй. Указывай срок годности тех продуктов, которые хранятся без заводской упаковки. Таким же образом маркируй и уже готовую еду. Совет номер три. Такие или подобные подвесные карманы здорово сэкономят место. Также в них можно хранить и бутылки с вином, или же соусы в высоких емкостях. Совет номер 4. Вращающийся поднос удобен для часто используемых продуктов. Обеспечивает быстрый доступ ко всему необходимому для приготовления бутерброда перед просмотром любимого сериала. Совет номер 5. Благодаря такому карману, прикрепленному к боковой стенке холодильника, мелкие пакетики с соусами или сливками никогда не затеряются в недрах холодильника. А такие магниты вообще находка, позволяющая достичь высот организованности. Отслеживай содержимое холодильника и составляй список покупок. В картонных коробках удобно хранить баночки с соусами или бутылки на дверце холодильника. Так они не дребезжат и не опрокидываются. Совет номер 8. Приготовь ароматический спрей из уксуса с лимонными корками и веточками розмарина для регулярной уборки. Душистое средство не оставит неприятным запахом в холодильнике ни единого шанса. Совет номер 9. Нечего еде пропадать. Поставь на видное место коробку с надписью «Съесть в первую очередь» и заполни продуктами, у которых подходят к концу сроки годности. И совет номер 10. Поместив в морозилку офисные лотки-накопители, ты распрощаешься с царящим в этом месте хаосом. Вот такие вот отличные идеи для хранения продуктов и организации пространства. Обязательно примени парочку у себя на кухне. Если они тебе пришлись по душе, то поддержи нас лайком и подписывайся на наш канал. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока-пока! Your door.